всякое сильное чувство человека, конечно, просит выхода в слове. Поэтому русская поэзия – это наше духовное достояние, это наша гордость, а свою гордость и любовь мы, конечно, очень хотим передать следующим поколениям. Поэтому позвольте мне сейчас пригласить сюда совсем юных почитателей русской поэзии. Это ученики детской школы искусств город Конаково. Я прошу, встречайте их, пожалуйста. Вот наши юные почитатели русской поэзии. Они не просто почитатели, они сегодня обязательно почитают вам поэтические строки наших замечательных, великих русских поэтов. Ну, а сейчас, я думаю, что вы не просто сегодня приехали прочесть эти строки, вы сегодня хотели, я знаю, сказать о поэзии и о поэтах. Пожалуйста, кто первый? Холодное молчание.
Я ела сыр, рога, и корни ангелов болит.
пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и вижь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Ну что ж, я думаю, мы можем быть спокойны за наше следующее поколение, за нашу замечательную русскую поэзию. Во многих уголках нашей огромной страны в память о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине, конечно, проходят самые разные концерты, конкурсы, фестивали. И у нас вот такого праздника ждут как-то по-особенному, всегда с таким предвкушением чего-то очень-очень прекрасного. Сейчас вы услышите романс Сергея Васильевича Рахманинова на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Не пой, красавица, при мне». Исполняет заслуженная артистка России Татьяна Скворцова, партия фортепиано, лауреат международного конкурса Ольга Орлова.
литературных вечеров, выставок, литературно-музыкальных встреч и так далее. И, конечно же, в книгах. Более 180 тысяч книг в нашей библиотеке – это художественная литература. Большая часть из них – поэзия. Поэты всех времен и народов – Пушкин и Мицкевич, Блок и Рильке, Пастернак и Шекспир – ведут диалог друг с другом и с читателями на книжных полках и на наших выставках. Сегодня на выставке «Поэзия. Великая держава», которая представлена в вашем читальном зале здесь, представлена лишь небольшая часть поэтических сборников и литературоведческих исследований о русской поэзии из фондов областной библиотеки. В книжном собрании нашей библиотеки немало полиграфических редкостей. Мы гордимся прижизненными изданиями Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского, книгами с автографами и посвящениями авторов, встречи с которыми состоялись здесь, в этом большом читальном зале нашей библиотеки. Андрей Вознесенский, Расул Гамзат, Булат Акуджав, Ольга Седокова, Юрий Углановский. Список поэтов весьма убедительный еще и потому, что десятилетиями сохранялась традиция пушкинский праздник на Тверской земле начинать в библиотеке. Мы благодарны, мы признательны организаторам фестиваля «Поющие письмена», благодаря которому нашим читателям открылись новые имена славянских поэтов и стали доступными стихи в переводах и на языках славянских стран. А наш славянский зал, как своеобразная летопись пяти фестивалей, стал самым популярным местом творческих встреч. Разговор на тему поэта в библиотеке можно продолжать часами. Более 20 встреч ежегодно проходят у нас в библиотеке с авторами этого литературного жанра. Эти встречи всегда ожидаемы и поэтами, и читателями, и библиотекарями. Мы гордимся, что библиотека – место, где поэты проводят творческие семинары, литературные объединения и клубы подводят итоги творческих конкурсов, отмечают юбилеи и представляют там новые книги. Читателям очень нравится, когда вместе с поэзией звучит музыка, демонстрируется живопись, ставятся литературные спектакли. Циклы литературных концертов русской поэзии 20 века и поэзии русской эмиграции ежегодно собирают у нас более 1000 речей. О библиотеках и о нашей библиотеке, как и о библиотеках и библиотеках вообще написано много прекрасных, замечательных слов. Содружество нашей библиотеки поэзии имеет уже полуторавековую историю, и мы уверены, что большое будущее. Мы всегда рады видеть вас в стенах нашей библиотеки, на концертах, фестивалях и литературно-музыкальных встречах. Добро пожаловать! Всегда найдется женская рука, чтобы она прохладно и легко жалела и немножечко любила, как брата успокоила тебя. Всегда найдется женское плечо, чтобы в него дышал ты горячо, прибав к нему беспутной головой, ему доверив сон мятежный свой. Всегда найдутся женские глаза, которые глядят всегда грустя. И это до последних твоих дней глаза любви и совести твоей. Но есть такая женская рука, которая особенно сладка, когда она измученного лба касается, как вечность и судьба. Но есть такое
любви тебе дано. И это понял ты давным-давно. А ты живешь себе же вопреки, и мало тебе только той руки, того плеча и тех печальных глаз. Ты предавал им жизни столько раз, и вот он возмездие настает. Предатель, дождь тебя наотмашь пьет. Предатель, ветки хлещет по лицу. Предатель, эхо слышится в лесу. Ты мечешься, ты мучишься, грустишь, ты сам себе все это не простишь. И только та прозрачная рука простит, хотя белее тишка. И только то усталое плечо простит сейчас, да и простит еще. И только те печальные глаза простят все то, чего прощать нельзя. И мы как бы продолжаем, это была такая немножечко женская, лирическая часть, а вот сейчас Алексей Злоказов, наверное, я думаю, немножко Ну вот мы отвыступали, сейчас поедем домой. Дождик пошел, немножко погода испортилась. Илюш, там не ходи. Ну вот, вот такая дверь. Мы дверь очень любим и будем еще приезжать сюда не раз. Выступать и просто гулять по этому старому городу. Все, сейчас поедем домой. Концерт понравился. В принципе, шел недолго. Не так утомительно. Все хорошо. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Это был Михаил Рогов.